Добрый день, друзья! Меня зовут Татьяна Алешкина, я эксперт в антивозрастном уходе с линейкой Novage. И сегодня я хочу рассказать еще об одном замечательном креме в этой линейке. Это крем-скульптор для шеи и области декольте. Я купила второй тюбик, потому что первый я потратила на то, чтобы на себе проверить эффект этого крема-скульптора. И сейчас я могу с уверенностью вам сказать, что он работает изумительно. Я очень довольна сейчас состоянием своей шеи и кожи области декольте. Вот так вот выглядит шея и область декольте 47-летней женщины. Кожа действительно стала более эластичной, более упругой. Контур шеи подтянулся, вообще появился такой хороший, здоровый тургор. Ушла вот эта вот мелкая дряблость, морщинистость. Кожа стала более увлажненной, была небольшая пигментация, и она пропала, и кожа действительно стала сияющей. И мне это безумно, безумно нравится. За счет каких компонентов происходит это волшебство? Проластин. Здесь есть это специальный такой энзим, который увеличивает выработку эластина в коже. Повышается количество эластина, уходят морщины, появляется упругость. И здесь еще есть комплекс бустинг на основе экстракта гороха, который осветляет кожу, убирает пигментацию, увлажняет кожу и увлажненность повышает. Вот такой замечательный крем. Наношу его поверх комплексного ухода, то есть утром и вечером. Вот, смотрите, видите, такая вот легкая сывороткоподобная жидкость. Моюсь, умываюсь с помощью комплексного ухода Novage. На чистую кожу наношу сыворотку, наношу крем дневной или ночной. И поверх наношу вот эту сыворотку. Массажными движениями, снизу вверх, не растягивая. Вот здесь вот лимфотоки. То есть здесь мы идем с центра по центру вверх, и здесь мы идем по потокам лимфы. Вот таким вот образом наносится, и все впитывается мгновенно, никакого эффекта липкости не остается. И как я уже сказала, два раза: утром после комплексного ухода и вечером, то есть на ночь. И вот такой замечательный запах, тоже очень хороший. Рекомендую, друзья мои, пользуйтесь и будьте красивыми. Скоро у нас будет уже лето. Все, я думаю, будут уже показывать свои плечики, шею, носить платьица, сарафаны. Поэтому очень важно быть готовым к такому потрясающему, интересному сезону. Всем пока, до новых встреч. С любовью, Татьяна Алешкина.